Всем привет! С вами Наталья Муфео, и сегодняшнее видео будет это разворот в моем скетчбуке, а именно я решила сегодня посвятить его такому известному ВКонтакте уже смайлику или стикеру, как его лучше, мем. По-моему, лучше его назвать мем. Ничоси. Такой маленький чувачок, который якобы очень удивлен чему-то. Вот, я думаю, вы его абсолютно все знаете. И я решила сделать, в общем, с ним разворотик. Я сделала несколько рисунков, точнее, я уже сделала вот заготовки, я нарисовала его простым карандашом. Сейчас я его буду раскрашивать, обводить, вырезать, наклеивать по нашему развороту. Вот, а место, которое останется пустое, его я хочу занять, ну, несколькими, так скажем, фактами об этом меме. Вот, если вам интересно посмотреть, что я буду делать, то оставайтесь со мной. Так, вот у меня готовы еще мои четверо ничоси. Они здесь совершенно разные. Больше мне нравится вот этот вот с радужкой. Вот, сейчас я их расположу по этой страничке. Как-нибудь поудобнее, наверное, как-то вот так. И потом оформлю пустые места. Вот, я написала несколько фактов о меме, и теперь я украшу, возможно, заключу в рамочки, в общем, свои записи, и хочу украсить немножко блестками нашу страничку. Для этого, кстати, я приготовила лак для ногтей, вот такой вот блестящий у меня лак, сейчас я им сделаю. Ну вот, в общем-то, и все. Мой разворотик готов. Мне он понравился. Я не знаю, как вам. Пишите, если он понравился. Мне тогда будет, конечно же, очень приятно. Так, пользуясь случаем, я хочу всех пригласить в свою официальную группу, где вы найдете очень много всего для вдохновения, для ваших скетчбуков, личных дневников, блокнотиков, просто для рисования, музыка, картинки. В общем, очень много всего. Также мы с девчонками там периодически общаемся, я устраиваю там чат. Так что заходите, не пожалеете, ссылочка будет в описании этого видео. Также я жду всех в гости в свой инстаграм и в твиттер.
Ссылки тоже будут в описании этого видео, так что заходите, подписывайтесь, пишу много всего, фоткаюсь и прочее. Жду всех в гости. На этом я буду заканчивать, у меня к вам есть одна просьба. Напишите, пожалуйста, в комментарии, хотите ли вы видеть видео, где я буду тоже рисовать какие-то мемы популярные, возможно, сейчас или не очень. Возможно, какие-то стикеры там из ВКонтакта, из Line, из других различных приложений. Потому что мне лично нравится это делать, я не знаю, как вам. Все будет зависеть от вашего ответа. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мы увидимся с вами совсем-совсем скоро. Жду вас в своей группе. Всем пока!